твою мать! Так, 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 не-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 не. Пошел я нахрен отсюда! Какие к чертовой матери бандиты? Не-не-не-не-не-не. Это что еще было? Чуть за монстряк нахрен в этом спортзале, в этой школе. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я туда точно не вернусь. Я туда 100% не вернусь. К черту этих наемников, к черту этих бандитов и к черту вообще вот это все. Сказали они мне зачистить школу, в жопу вас, школу зачистить, я с кем мутантом еще никогда не сражался, какую школу нахрен зачищать, я понимаю, бандиты, но не какие-то мутанты, переростки, которые высотой, хрен его знает, пятиэтажку. Что мне делать? С другой стороны, это единственный способ попасть в эту шахту, потому что вот этих наемников я 100% не перебью всех, у них и танки, у них и пулеметы, и автоматы, они не те... Обычные бандиты, которые вообще даже сражаться толком не умеют. Они наемники, они военные, нахрен, которые... Я даже не знаю, что сказать. Они, наверное, захватили вот этот город. Но у меня другого просто варианта нету. У нас есть условия, у нас есть договор. Или я защищаю вот эту всю школу и добываю для них какие-то документы, которые они сказали. Или я никогда не смогу пробраться в эту пещеру, в эту секретную лабораторию, которую я еще обнаружил где-то полмесяца назад. Я не смогу вылечить Валеру. Ух, твой мой сын. И чё ещё сейчас делать? Так. Не надо ныть, не надо рыдать, надо трезво рассуждать. Моего сына укусил зомби. Он превращается в зомби. Я даже не знаю, сколько у него есть времени. Мне надо зачистить вот эту школу, забрать какие-то важные документы, отдать их наемникам, и только тогда они меня смогут пропустить в эту секретную лабораторию, чтобы я там, может, каким-то чудесным образом, чудом смог найти вакцину вот этого зомби-вируса и спасти своего сына Валеру. Так, как мне пробраться? А может через... Это еще что такое? Какие-то оружия... Орудия. А если я смогу пробраться через крышу в эту тюрягу? Потому что я уверен, что если туда же есть какой-то офис вот этих бандитов, то он 100% будет где-то на самых верхних этажах. Так, как мне пробраться через крышу? Так, машина, вертолет. Если тут где-то рядом машина? Машина, нет, тут машин вообще никакой нету. Так, вертолет. Я помню то, что возле этой больницы... Ещё и Жека. Ой, возле больницы был вертолет. И как я помню, возле этой больницы еще был банк какой-то. И возле этого банка тут нет случайно топлива. И вот... А, у меня есть топливо вроде. Возле этого банка еще был один вертолет. У меня топлива нету. Что за... Прикольно. Так, возле этого банка был еще один вертолет. Если я смогу найти топливо, а может вот еще один вертолет, а может если в этом вертолете есть уже топливо, то я смогу забраться через крышу, добыть им вот эти нужные, важные их документы. И может у меня еще время спасти Валеру. Потому что это уже не мой сын, он уже превращается в зомби. Я даже с ним нормально поговорить не могу. Так, на этом вертолете я вряд ли смогу отсюда вылететь. Тут еще и зомби. Тут тоже еще зомби. Зато тут есть вертолет. Я помню то, что я его оставил вот как раз-таки на такой черный день. Он мне как раз-таки сейчас может пригодиться. Так, у меня есть патроны. Да, патронов у меня, конечно, немного. У меня есть патроны для Глока. Ну чё, понеслось. Идите сюда, зомбари! Да твою-то мать! Так, быстро. У меня времени нет, все надо успеть к ночи. Потому что ночью еще мутанты пострашнее выходят на свободу. Так. Твою мать! Как же я обосрался! Так, пожалуйста, топливо. Нету тут ни хрена. Так, хорошо.
Да-да-да-да-да-да-да-да! Так. Так, топливо. Полетели с Богом. Я, конечно, не прям... Не прям... Профессиональный летчик, но я как-то справлюсь, я очень сильно это надеюсь. Так, выше. Так, вот крыша. В эту сторону. Потихонечку. Я надеюсь, что никто меня не услышит. Тихонечко. Хорошо. Да, мне кажется, этот вертолет больше не взлетит, хотя фиг его знает. Так, хорошо. Патроны для Глока. Патроны для Калаша, которых у меня нету. Патроны для Дробаша. Один патрон. И ФАМАС у меня еще есть. Для ФАМАСа 10 патронов. Так. Как бы мне сюда спуститься? Если я тут спрыгну, то я себе нахрен все ноги переломаю. Если вот тут где-то... Так. Хорошо. Так, это верхний этаж этой школы. Я надеюсь, что я тут смогу найти вот этих сраных бандитов. Нет, сюда я не хочу спускаться, я хочу все сверху. Залутать! Чё они там делают, а? Ты чё, придурок, танцует? Он чё, их развлекает нахрен? Хорошо. Они меня до сих пор еще не увидели. Да, есть... Охренеть. Вот это как раз-таки наемник без башки. Вот почему им нужны какие-то документы вот этим наемникам, потому что они 100% воюют между собой. Так, это верхний этаж школы, сюда я не смогу пробраться. Если вот тут уже есть куча бандитов, то 100% у них тут есть какой-то главный офис. Но без боя тут, как я вижу, не обойтись. Хорошо, надо все проверить. Если у меня... Нет, у меня нет. Да, у меня есть С4. Замечательно. С4. Так, хорошо. И... Пульт. А пульт у меня есть? У меня пульта нету. Или есть? Пожалуйста. Есть. Так, хорошо. Ну, с Богом. Твою мать! Идите сюда! На! Так. Минус 4 бандюгана. Потихонечку пройтись. Все проверить. Так, тут никого нету. Твою-то матушку! Сколько же их тут спит? Твою мать! А как мне сейчас пробраться через вот этих всех бандюганов, которые спят? Отдыхают они. Сейчас я С4 вам задницу засуну. Не будете вы больше отдыхать. Так, хорошо. А если каким-то обходным путем? Чё же за твари-то такие, которые вот это с людьми делают? Так, это туалет. Смогу ли я как-то пробраться через туалет? Так! Вход. Так, потихонечку. Да твою ж там мать! Тихо, нахрен! Если я им реально С4 посередине сюда кину и всех вот этих дебилов перестреляю, будет, конечно, очень эпично, но не круто. У меня же еще машинган тут был. Миниган, точнее. 38 патронов. Не так-то много. Это уже в крайнем случае. Так. Тихо. Да сколько же вас этих бандюганов тут завелось? У меня, походу, выбора нету. Если я пойду через кухню, вот эту, если я вот этих всех бандитов убью, то вот эти 100% меня услышат. Поэтому у меня выбора нету. Или вот этих всех бандитов расстрелять, разгромить. И потом на вот этих напасть. Или, если я пойду на вот этих бандитов в кухне, то вот эти бандиты с тыла на меня зайдут, и тогда мне точно жопа. Так, тихонечко. Так, лучшего плана у меня нет, может я вообще уже с ума схожу нахрен, учитывая то, что всю мою семью перерезали, у меня сын зомби становится. Хорошо, так, без паники. Лучшего варианта у меня нет. Раз,
два, три. Эй, ты за что там, паскуда? Да, веселье еще не закончилось, твари. Иди сюда! Так, хорошо, хорошо, хорошо. Тут у них никаких припасов нету, случайно. Так! Так! Так, хорошо. Для дробаша у меня есть уже патроны. Хорошо, это выкидываю, это все выкидываю, выкидываю, выкидываю. Для дробаша есть уже у меня патроны, а для Фамаса... Для Фамаса у меня тоже есть патроны. Так, хорошо. Твою мать! Да что... Да сколько... Да хорошо, я начну тут посмотреть... Да, есть у них уж... Еще еда вот тут есть, замечательно просто. Просто замечательно. И водичка. Тут главный офис какой-то есть, или что, я не могу понять. Ты чё, дрыхнешь, дебил? Иди сюда, иди сюда. Людей рубить вы любите, а если я вас нахрен... Зарублю всех, паскуд! Так. Так, я вижу, это у них какой-то главный офис, но где босс всей вот этой конторки? Так, хорошо, хорошо. Вот эти документы! Так, хорошо, 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 хорошо. Документы я уже нашел. Мне сейчас главное выбраться с этого офиса. Отдать их наемникам. Они меня пропустят. Эту секретную лабораторию я, может, смогу добыть. Вакцину для зомби-вируса и спасти своего единого сына. Так, хорошо. Координаты запуска АБ. Коды с... Чего? Координаты Z1957... Ю-600, пароль для входа в бункер. Какой к чёртовой матери бункер? Коды запуска атомной бомбы. Потянуть 1, 4, 7 рычаг. Атомной бомбы? Они чё, нахрен, весь город хотят разнести? Твою мать!